Здравствуйте, это технический обзор от лаборатории ООН, и с вами я, Михаил. Сегодня в обзоре у нас мощный 10-дюймовый планшет от компании Acer. Название модели Acer Iconia Tab A211. Дизайн устройства выполнен в стиле линейки последних планшетов Iconia. Что порадовало в этом планшете, так это задняя крышка с фактурным покрытием. Держать такой планшет в руках очень удобно, и он не выскальзывает из рук. Итак, пройдемся по разъему. На левой грани расположена клавиша блокировки экрана, она же включение-выключение. Разъем для наушников. Кабель microUSB для подключения к компьютеру, порт USB 2.0 для подключения внешних устройств, таких как флешка или даже мышка. За такой вот пластиковой заглушкой спрятан слот для карт памяти microSD, поддержка идет до 32 гигабайт, а встроенная память устройства 16 гигабайт. И слот для сим-карты. В данной модели есть 3G модуль. На правой грани расположен разъем для зарядки аккумулятора. На верхнем торце расположены клавиши регулировки громкости, так называемые качели, и такой вот переключатель, блокировка экрана в стиле iPad. Также на верхней грани расположен микрофон. На задней крышке, помимо удобного фактурного покрытия, есть два динамика. Камеры на задней панели нет. Дисплей планшета построен по технологии TFT. Диагональ устройства 10,1 дюйма с разрешением 1280 на 800. Данное разрешение является оптимальным для серфинга в интернете и просмотра различных страниц с медиа-контентом. Дисплей устройства глянцевый, и следы рук и потертости будут видны отчетливо. Потребуется либо пленка, либо очень бережное отношение к этому планшету. Над дисплеем расположена фронтальная камера в 2 мегапикселя. В данном планшете интересно реализована функция разблокировки экрана. Здесь одним движением можно либо разблокировать экран, либо перейти к наиболее частым приложениям. Это браузер, галерея, голосовой поиск от Google или почта от Gmail. К стандартному интерфейсу версии Android 4.0.4 компания Acer добавила такое вот интересное меню наиболее востребованных приложений. Здесь вот мы видим часто посещаемые сайты, которые впоследствии будут меняться, исходя из ваших предпочтений. Галерея, возможность сделать скриншот, настройки и регулировка громкости на самом планшете. Стандартное меню Android-переключателей здесь выглядит немного иначе. Памяти в устройстве 16 гигабайт, однако доступно пользователю 12,8. Из заранее установленных приложений я бы хотел отметить приложение Chrome для серфинга в интернете, приложение Evernote для создания заметок, приложение Zinio — это такой вот интернет-киоск, где можно покупать различные печатные издания и загружать их на ваш планшет. В принципе, все остальные приложения довольно стандартны. Чат, часы, Play Market, книги и огромное количество различных виджетов, как полезных, так и не очень. Емкость литий-полимерного аккумулятора составляет 3260 мАч, что позволяет устройству проработать до 8 часов в режиме активного пользования. Из беспроводных технологий в этом планшете есть Bluetooth, Wi-Fi и также поддержка сетей третьего поколения 3G. Кроме того, устройство поддерживает GPS. Сердцем этого устройства является мощный 4-ядерный процессор NVIDIA Tegra 3 с тактовой частотой 1,2 ГГц. Количество оперативной памяти в этом планшете — 1 ГБ. В комплект поставки к этому устройству идет гарантийный талон и такая вот краткая инструкция, и составное зарядное устройство. Итак, Acer Iconia Tab A211 — это стильный и мощный планшет для тех, кому не нужны компромиссы. С вами была лаборатория ООН. До скорой встречи в наших магазинах.